So, hallo. Guten Abend an alle. Ich warte, bis einige Zuschauer da sind. Und dann werden wir anfangen. Hallo. So, wie geht's euch allen? Okay, es sind schon einige Leute da. Ist gut. Wir werden allmählich anfangen. Und heute spreche ich über Deklination der Adjektive. То есть склонение прилагательных. Тоже тема достаточно сложная. И я сегодня хочу прежде всего рассказать об окончаниях прилагательных, которые появляются в зависимости от падежа. Так, значит, давайте начнем. Начнем с самого простого. Начнем с того, что все зависит еще от того, какой у нас артикль, определенный либо неопределенный. Помимо того еще, что зависит от падежа, еще зависит от артикля. Значит, начнем с номинатива. То есть именительный падеж в русском языке отвечает на вопрос «Wer was?», либо «Кто что?». Самое простое – это определенный артикль и его окончание, так как они все будут одинаковые. Вот у нас есть три рода – мужской, женский, средний. Der, die, das. И после каждого из них, допустим, там, der neue Bekannte, die neue Bekannte, там, das, не знаю, neue Mädchen, везде будет окончание «e», то есть буква «e» добавляется к прилагательному. В множественном числе после «ди» мы добавляем окончание «эн». То есть, я напишу, буду писать здесь примеры. Also der, там скажем, neue Mitarbeiter. Там die schöne Natur. Das große Fest, die neuen Mitarbeiter. Теперь прошу вас также написать свои примеры. Опять же, напоминаю, еще раз подсуммируем. Значит, в der, die, das, да, то есть мужской, женский, средний род, у нас будет окончание прилагательного «e». В множественном числе после «ди», да, в множественном числе именно plural form здесь имеется в виду, мы добавляем окончание «эн». О, «ноен», там «э» пропустил, сори. То есть мы добавляем окончание «эн» к прилагательному. Окей. Так, дальше идем сначала, пройдемся по определенному артиклю, для того, чтобы это было более-менее понятно. Дальше идем к более подобному, то есть к акузативу. Винительный падеж в русском языке отвечает на вопрос «Wen was?» – «Кого что?». Значит, здесь единственная разница состоит в том, что меняется мужской род, а именно сам артикль меняется, ну и, соответственно, окончание прилагательного таким же образом. То есть у нас, ну вот у нас здесь был пример, там, скажем, «Der neue Mitarbeiter». В акузативе мы скажем «Den neuen Mitarbeiter». То есть у нас меняется артикль der на den и поменяется окончание. Вместо e мы добавляем en. И об этом, кстати, очень часто забывают. Хотя это достаточно просто. Буквально поменять одну букву. А все остальное остается без изменений. То есть вот проводите свет и проводите параллель при изучении этого всего. Потому что так гораздо проще учить. Проще учить не то, что одинаково, да, а то, что отличается, тогда запоминается лучше. То есть вот, или как бы понимать факт того, что все остальное одинаково, а какой-то один момент отличается. То есть так будет проще учить, проводя такие параллели. Дальше идем к дативу. Здесь уже немножко сложнее, хотя не сказал бы. Определенный артикль достаточно простая штука в дативе и в генитиве, потому что тут тоже будет везде одинаковое окончание. En. Мы добавляем к каждому из них
То есть у нас, допустим, есть определенный артикль. Сначала вспомню, какие есть вообще артикли, да, типа определенные. Значит, there и does, опять же, можно повести определенную параллель, меняется на dem. D меняется на der, множественное число d меняется на den. Плюс добавляем n к существительному множественного числа. Достаточно просто запомнить окончание прилагательного, так как везде будет окончание en. Вот, то есть мы скажем dem guten Menschen, der guten Mitarbeiterin, dem schönen, weiß nicht, Mädchen, den interessanten Menschen, скажем там. Вот. И у нас будет везде en. Точно такая же ситуация в генитиве, если у нас определенный артикль. То есть там меняется, опять же, не забывайте, там еще изменение существительного самого. То есть, что в мужском и в среднем роде мы добавляем s. То есть у нас der и das меняется на des, плюс мы добавляем s окончание. Нет, denen это relativ pronomen. Если вы говорите, das sind Menschen, denen ich geholfen habe. Это другая история. Это при построении сложно подчиненных предложений. Нет, это неправильно. D меняется на den. Окей. Так, значит, давайте идем дальше. Теперь неопределенный артикль. Здесь, конечно, ситуация гораздо сложнее, потому что начнем с номина. Здесь я покажу это наглядно. Например, ein schwarzer Hut. Значит, какие здесь окончания добавляются? Для начала скажу сами окончания. В мужском роде добавляется к прилагательному ээ. Это номинатив, неопределенный артикль. Мы добавляем ээ к мужскому роду, к среднему эс. Женский род будет и, множественное число тоже и. То есть женский род и множественное число совпадают. Уже какое-то облегчение. Ein schwarzer Hut, там eine neue Bluse, скажем. Это там ein hübsches Tuch, там, не знаю, ein gutes Tuch и там gute Tücher, скажем. То есть, опять же, вот, наглядно показываю, что в мужском роде у нас будет окончание ээ, в женском е, в среднем эс, и в множественном числе будет a просто. То есть женский род совпадает с множественным числом. Что касается аккузатива, принцип изменения такой же. То есть мы ein меняем на einen и добавляем окончание en. Вот, то есть здесь достаточно просто в этом плане. Дальше, что касается дативо. Значит, дативо и генитиво. Опять же, неопределенный артикль. То есть мы меняем сам артикль, а окончания прилагательных не изменяются. Единственное, что помним, что нет множественного числа в неопределенном артикле. Соответственно, там у нас будут изменения. А именно, допустим, у нас есть, скажем там, множественное число anderen Menschen, да, номинатив. Дайте упоминаться на anderen Menschen, в генитиве anderer Menschen. И вот это будет тоже связано с тем, что я буду рассказывать дальше, а именно тот случай, когда у нас артикля нет. То есть в множественном числе у нас нет артикля, соответственно, мы говорим без него. И в дативе у нас будет окончание en, в генитиве ee. То есть мы, вот я напишу dative. Множественное число, не, без, не, неопределенный артикль множественного числа. То есть у нас артикля нет. И генитив. У нас будет andere Menschen. Окей. Так, теперь дойдем до той ситуации,
когда у нас артикля нет вообще. Вот, тогда немножко сложнее. В номинативе и аккузативе изменений никаких не будет. То есть там все остается так же. А вот я расскажу по поводу датива и генитива. Значит, там, в принципе, понять можно, нужно разобраться. Грубо говоря, прилагательное перенимает окончание, которое было дано артиклю, когда он был. Его сейчас не стало, соответственно, вот эту букву «м» либо «э» перенимает само прилагательное. То есть мы скажем «Ja, gutem Menschen», хорошему человеку, да, там «guter Arbeit», это датив. «Gutem», там, не знаю, там, «großem Volk», не знаю, что такое. И там «vielen Menschen», скажем. Значит, вот, смотрите, опять же, у нас совпадает мужской и средний род, то есть, грубо говоря, вот эта вот М-буква, которая здесь взялась, она пошла от определенного, либо же неопределенного артикля М, которого у нас в данном случае нет, в зависимости от того, что мы хотим подчеркнуть, да, мы можем сказать также без артикля. И прилагательное перенимает окончание в таком случае. Если речь идет о генитиве, то здесь, в отличие от датива, в мужском и среднем роде у нас все равно будет «эн». То есть даже если мы убираем артикль, все равно, как бы это было ни странно, там не будет «эс». Вот казалось бы, да, было бы логично, если бы мужской и средний род также перенимал букву «с» эту. Но нет. В мужском и среднем роде в генитиве, в случае, когда мы не употребляем артикль, все равно у прилагательного будет окончание «эн». Соответственно, мы скажем. А вот женский род и множественное число будут перенимать окончание «ээ». Соответственно, мы скажем. Так, генитив будет «guten». Те же примеры возьмем. Да, это генитив у нас будет «guten Menschen». «Gute Arbeit». «Großen Volkes». И «Vieler Menschen». «Vieler Menschen» у нас переняло окончание. Это прилагательное множественного числа. Меньше здесь, почему не меньше, да, меньше, потому что это еще шваха деклинация, слабое склонение. Вот. Guten Menschen, großen Volkes. Мужской средний род. У нас здесь будет окончание «эн», как я уже сказал, так как, ну вот, есть такое правило, то нужно просто запомнить, что не перенимает прилагательное окончание артикля изначального своего. То есть здесь сохраняется вот это окончание «эн». Женский род и множественное число перенимают окончание «ээ». Так, в принципе, на этом все. Я надеюсь, что это стало немного понятнее. Also ich hoffe, dass Sie das Thema besser verstanden haben. Und ich glaube, wir werden allmählich Schluss machen. Es ist auch schon spät. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und also ich bedanke mich auch meinerseits bei euch für das Ganze. Und also wir sehen uns dann nächstes Mal. Einen schönen Abend noch, gute Nacht und bis nächstes Mal.